Я Шибовский Руслан Анатольевич, учитель математики и куратор команды Science House. Математика – предмет очень важный и очень сложный. Многие ребята считают математику скучной и неинтересной, но в то же время любят игры, головоломки, ребусы, шарады, фокусы. Мое внимание привлекли занимательные математические головоломки – флексоры и флексагоны. Это многоугольники и многогранники, обладающие способностью изгибаться и ломаться. В основе их создания лежит чистая геометрия, ориентированная на математическое моделирование, с помощью которого можно владеть построением и использованием разного рода предметных, графических и мысленных моделей, которые способствуют развитию мелкой моторики, пространственному воображению, памяти и вниманию, терпению и многому другому. Флексагоны – это многоугольники, сложенные из полосок бумаги, прямоугольной или более сложной изогнутой формы, которые обладают удивительным свойством. При перегибании флексагонов их наружные поверхности прячутся внутрь, а ранее скрываемые поверхности неожиданно выходят наружу. Существует огромное количество видов флексагонов с очень трудными и пугающими названиями. Но все очень просто. Есть два вида флексагонов – тетра и гексафлексагон. Объединив принципы тетрафлексагонов и флексоров, был создан объемный тетрафлексагон куб Яшимото. Чтобы многогранник мог изгибаться, нужно выбрать тела, одинаковые со всех сторон. Например, кубы. Флексагон можно использовать в качестве фоторамки. На все квадратики одной поверхности приклеиваются фотографии. Флексагоны и флексоры можно применить на уроках математики, если на их сторонах написать числа и знаки – плюс, минус, умножить, разделить. Выворачивая флексагон, можно числа складывать, вычитать, умножать и делить. Необычное применение флексагона в качестве шпаргалки. Написав на его сторонах формулы или правила, можно вывернуть флексагон обычными раскрашенными сторонами наружу. Данные флексагоны и флексоры можно использовать на факультативных занятиях по математике при изучении свойств треугольников, шестиугольников и тетраэдров.